Фракция «Народный фронт» концептуально стоит на том, что мы воюем не только за территорию, мы воюем за людей, и мы не будем допускать в любой форме замороженный конфликт. Это самая большая для нас опасность — превратиться в Приднестровье, превратиться в Нагорный Карабах или еще какой-то пример международного замороженного конфликта. И, как показывает практика, да, с участием минских договоренностей и процессов, никогда проблема не решалась. То есть это уже, знаете, такая затвердевшая болезнь, которая находится в обществе. Наша задача — это не допустить. Мы должны воевать для того, чтобы вернуть собственные территории, вернуть собственный контроль над границей, над территорией и, в общем-то, дать возможность людьми быть свободными в своей же стране. Безусловно, многие процессы, которые стоят в этом законе, должны касаться в том числе и Крыма. Потому что мы не позволим, чтобы вопрос Крыма откладывался на какой-то задний план. Вот мы сейчас с Донбассом разберемся, а потом с Крымом. Нет, для нас Крым, с Крыма началась оккупация, Крымом она должна закончиться.